Приветствую, друзья, сердечно. У меня там вопрос такой непонятный задали. Почему вы в России живете, а помогаете не только в России, но и в Украине, и в Америке? Я врач и психолог, я помогаю каждому. Неужели непонятно? А посмотрите, какая ромашка. Я вообще хочу учредить будущий год днем ромашки, цветком любви. Да, смотрите, смотрите на мои ромашки. И вон там смотрите за моей спиной. Какая девушка прекрасная, какие глаза счастливые. Да, это лик счастья. Пишите комменты, друзья. Мы в формате коллективный разум. Наша школа работает на то, чтобы сократить кризисы и войны на планете, сохранить разум на Земле. Да, у людей и ум, и сердечность. И чтобы тело было здоровым, чтобы все это было в согласии. А согласие, целостность – это и есть здоровье в большом смысле. Хочу, чтобы на планете восторжествовало здоровье. Ну, как и все говорили пророки, любите ближнего, здоровья вам и счастья. Это же технология общежития в условиях неопределенности. Так что, друзья, обучайтесь по методу саморегуляции ключ, использовать энергию напряжения стресса, направлять эту энергию на решение ранее нерешаемых проблем, о чем мы сделаем бесплатный ликбез буквально завтра, послезавтра объявление будет. А потом сразу вебинар, где вы в Zoom выходите, задаете свои вопросы. Здоровья вам и счастья, и любви. До встречи.